городской парк имени Гагарина, Хабаровск. Давайте погуляем, посмотрим, как тут обстоят дела. С подсветкой тут явно что-то не получается или не получилось. Такое красивое здание сразу после центральных ворот. Не знаю, на ремонте или на постройке. Выглядит все плачевно. Будем погуляем сейчас по Хабаровскому цирку, по отрезку. Посмотрим, как дела тут у них. Асфальтом сразу видно, что все плохо. Вон он. Идем, смотрим, любуемся осенними пейзажами. Косметический ремонт. Зачем гранит на место? Можно же покрасить розовой красочкой. Да. Не один миллион похоронен здесь. В прямом смысле. То что просто похоронен. Центральная лестница сверху. Тоже все в плачевном состоянии. Вот так вот. Thank you.
говорится, всегда надо смотреть с задней стороны тоже. Потому что на лицевой может быть все хорошо. Природа, конечно, осенняя красота. Судя по толщине гранита, укладка его здесь, ну, явный порыв отмыть бабок, а не сделать надолго и красиво. У нас как раз и когда проходила реконструкция. Начало было в 2013. Спустя 7 лет от начала все пришло в такое состояние. Площадка на веселые горки. Откуда-то появился дым, где-то что-то горит. Пока непонятно, откуда дым. Такой серьезный. Сейчас, может, где-нибудь сходим, узнаем. Ну вот, причина задымления. Какой-то умник спалил помойки. Добавил в работы пожарников. И пожарным